Это фотография продажных. Видите, какие корни? Это искусственные корни. Это Беларуси. Это дикие страшные штаммы. Но там нет таких морозов. Там этот номер проходит. Вот. Но я, тем не менее, все-таки меня задело то, что они сказали, все замечательно, имеется в виду этот замминистра сельского хозяйства Беларуси, замминистра, написал мне. У вас прекрасная книга, все замечательно, дачникам цены нет. Но мы, имеется в виду, что сельское хозяйство там официально даже промышленное. Так, но мы без регламента не можем работать. А менять не имеем права. Интересно, кто им сказал, что они не имеют права? Кто их убедил? Просто не хотят работать. И тогда я написал следующее. Я, уважаемый президент Лукашенко, караул спасайте сады, а они у нас регламент. И тогда я вспомнил фильм «Начальник Чукотки». Там молодой парень, мальчишка практически, вот, стал начальником Чукотки, ну, как бы по наследству. Умер или погиб настоящий начальник Чукотки, который был мандат. Ему осталось на память только этот самый мандат и машинка печатная. А как его команда? Тут он напечатает приказ номер раз. Вот. А потом берет приказ, выходит к нему и говорит, я тут при чем? Это, вот он приказ, вот читайте все вы. Пожалуйста. И вот такой регламент придумали эти чиновники. Вот. Если вы скажете, что там все прекрасно в Беларуси, я посмотрел и показывал вам, и издевался над их этими, а самыми крупными плодопитомниками. У них у всех фотографии с этими самыми, переданные, ну, знаете где. Вот. Ну и много горьких писем. Вот я к чему говорю. Когда вот так у нас регламент, это то же самое, как ты сейчас. У нас приказ, мы ничего не можем сделать. Вот это такая аналогия. Так, и так, это ошмыгиваются ветки. Я видел это самое, другой, правда, фильм. Но я видел в этом фильме, где товарищ вот так вот. Впереди зима, а здесь зеленая. Подготовка. Друзья, вот так же все листья. Ошмыгал вот так, трассу оторвал. Вот страшнейший, смертельный прием на всю страну. И люди будут в своем саду караулами. Вы знаете, я вынужден еще раз сказать, я не могу иначе. Еще раз, мне было сказано жестким тоном. Видимо, все-таки это был ученый. Или тот, кто как раз рекомендовал вот эти вот страшные приемы. Валерий Константинович, пожалуйста, не критикуйте тех, кто показывает вот эти приемы, вот видите, вот, а просто, то есть не трогайте их, а пишите, как, и говорите, как считаете нужным. А если не сказать, что он ошмыгал эти деревья, это очень опасно, это вот то, что вы видите, это юг. Это юг. А мы говорим про север. Помните, северо-восток, северо-запад и так далее. И вот получается, что значит, расходится вот это вот по всей стране, а сказать, что обоснование, почему я против, лето короткое, по сравнению с летом, отпущенным для южных России. Они все южные. Мы где-то постепенно, где-то сотни лет. Ну, это вы думаете, зря что до сих пор. И наоборот, стали погибать чеховские вишневые сады. Это же не шутки. Сколько можно было поколение за поколением калечить их? И, наконец, у коров в России садов не осталось. И садить-то не надо было, они сами росли. Сами. Целая массива была, так же как терн, это самое, так же вишни, целая массива. Ходи, собирай, никому не это. И никто тебе ничего не скажет. И вот получилось так, что я вынужден сказать, любое культурное дерево, эмигрант, ему не хватает месяц или два в суровом северном климате. А раз не хватает, они уже вот-вот завтра зима, а они зеленые. И уже все-таки они каким-то образом приспособились бы, но он взял и на всю страну в этом телеканале показал. Это что, подготовка к зиме, отрезать линии, это 40-50 этих самых ранок сделать, почки не вызревшие.
Вот я еще раз, я говорил об этом, поэтому я вот именно забыл сказать с точки зрения вот этой эмигрантской политики, чем севернее, тем меньше климатическая, тем уже климатическая зона. Уже. Вот такое слово. Вот. И вот когда я вот эту фотографию взял с экрана, сфотографировал, корову сказал, вот. А вот эта фотография у Чернобаева. Мне говорят, шаришь по чужим садам, но это пешки-то мы, его родители с моего сада. Так вот, видите, представляете теперь, что вот это надо делать. И где? Чернобаевский сад, это Хакасия, это Сибирь. Вот здесь вот он же вот так вот потом кладет, кладет, где может положить, и верхнюю часть все-таки каким-то образом умудряется спасти. Вот. Но это чтобы нет. Я показывал фотографию. Вот. Как можно сделать здесь эти штампы, а? Ольга Исакова, вас бы сюда. Вот представляю, почему вы это, всегда режете зимой, учите резать зимой, когда листьев нет, плодов нет. Вы сейчас отрежьте лишнее. Вот здесь лишнее, наверное, это. Вы же когда режете, вы же не понимаете, что стоит подождать несколько месяцев, и перед вами прекрасные плоды. Персики в Сибири. Персики в Сибири. Вот так я и вынужден говорить. А то пусть она, ее слышит миллион человек, да? Там 1 100 000 подписчиков. Вот. Ну, большая часть из них прочитает, что и обязательно. У нее любое это начинается от отрезки нижней скелетной ветки. Это ее любимое занятие. И вот получается, я должен об этом молчать. Ну и у нее-то 1000 раз больше, чем у меня людей. 1 из 1000 узнал. И вот такой вырастет. А остальные это 1000 уничтожат. Вот.